ожидаем. Он так на меня поворачивает голову, говорит, в каком виде? Я сценарий еще не читала. Сегодня в постели с Пожидаевым, а мы в постели в апарт-отеле на Пушкина, 26, с владелицей Марина. Решетникова. Помашем нашей аудитории ручками. А, Марин, на самом деле у меня буквально два вопроса, и мы побежим пить чай. А, давайте расскажем, чем отличается апарт-отель от отеля. В чем разница? Апарт-отель – это практически квартиры, которые работают в формате отеля. Мы работаем с сервисом 24 часа. Здесь полностью оборудована квартира, есть кухонная зона, жилая зона. В квартире есть все, что необходимо на длительный срок. Есть стиральная машина, посудомоечная, набор посуды, кастрюли, сковородки. Восторг, так удобно, все есть, все под рукой. Все удобно, да. Особенно для семей. Также это удобно для путешественников, которые придерживаются определенных принципов питания. Какая минимальная площадь? У нас только один есть номер, самый маленький, площадью 28 квадратных метров. Если мы будем сравнивать это с другими отелями, где средняя площадь номера 15-16 квадратных метров, естественно, это, конечно, уже такая небольшая маленькая квартира. В основном площадь наших апартаментов 35 квадратных метров. И есть двухкомнатные апартаменты. Зачем нужны отели, когда у тебя есть прекрасные апарт-отели? В России появляются сейчас все больше и больше апарт-отелей. Отбирают иностранных путешественников, знакомы с этим видом размещения и с удовольствием останавливаются. Ничего, я уверен, что мы подтянемся к иностранным путешественникам. Тем более Казань такой популярный город, такой чудесный, красивый. Я только что погулял по нему. Там падает снег белый, пушистый. Город нарядный на Новый год. Я считаю, что вообще нужно ехать и даже после Нового года. Вы были на Кремлевской набережной? Я был везде. Кремлевская набережная, на Баумана, не знаю, везде. А сколько минут вам понадобилось, чтобы дойти до Кремля? В развалочку я шел полчаса, наслаждаясь красивыми видами центральной Казани. Главное, какой он чистый. И столько всего вкусного вокруг, и столько всего красивого. Так что надо ехать в Казань, друзья, и останавливаться в апарт-отеле на Пушкина 26. Пушкина 26 – это просто Красная площадь.